spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Рыболовные товары компании Айка хорошо известны отечественным любителям всевозможных видов ловли и пользуются большой популярностью. Сегодня в нашем обзоре представлена очередная серия удилищ, выпускаемая под этим брендом. Перед нами линейка с названием «Адреналин». Ее основное предназначение – ловля джигом. Давайте поближе рассмотрим экземпляр с индексом 244М. Серия «Адреналин» на данный момент включает в себя всего три модели в длинах 244 и 275 см. Две из них относятся к классу «Медиум». Их тест составляет от 7 до 28 граммов. И одна модификация класса «Хэви» для приманок весом от 12 до 44 граммов. Кстати, все необходимые характеристики, в том числе и тест рекомендуемой лески в либрах, вы можете рассмотреть ближе к комлю. Бланк изготовлен из высокомодульного карбона IM8, является двухчастным и имеет штекерное соединение колен типа Putover. Строй заявлен как фаст, то есть быстрый. Верхушки полые, табуляр тип. И обратите внимание, обмотка тюльпана и двух последующих колец ярко-оранжевого цвета, что помогает отслеживать как проводку, так и поклевки. Серия оснащается облегченными кольцами с внутренними вставками из карбида кремния. Такая фурнитура позволяет использовать лески любых видов – монофил, флюорокарбон или плетеные шнуры. Хукипер не предусмотрен. Здесь мы видим катушкодержатель с верхним расположением прижимной гайки. Она помогает крепко и надежно зафиксировать безинерционную катушку. Вес удилища, в зависимости от конкретной модели, составляет от 125 до 151 грамма. Отчасти это достигнуто за счет рукояти, которая выполнена в разнесенном варианте. Кстати, ее длины вполне хватает как для осуществления силового заброса, так и для упоров предплечья рыболова при проводке или вываживании. При изготовлении применяется этиленвинилацетат, или сокращенно ЭВА. Для хранения и транспортировки Айка Адреналин комплектуется плотным тканевым чехлом. Снаружи мы видим артикул данной модели, ее длину, вес, а также два вида тестов. И обратите внимание, выше нанесена линейка длиной 100 см. С ее помощью вы сможете замерить размер пойманного вами трофея. Сам футляр является двухсекционным и закрывается клапаном на простой веревочной завязке. В одном отделении размещается комлевая часть удилища, а во втором – вершинка. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.